Женщина сфотографировала наряженную к Рождеству елку и не сразу заметила пугающее бледное лицо среди ветвей, словно нечто стояло у окна за елкой. Американский журналист и исследователь сверхъестественных явлений Терри Ларч из Лос-Анджелеса сделал весьма интригующую находку. Специалист разбирал свой немалый архив фотографий с привидениями и неожиданно заметил нечто необычное. На двух снимках, изображающих предполагаемую чертовщину, была видна одна и та же зловещая мужская голова со светящимися глазами. Райан Ливисли из Лонг-Итона, Великобритания, утверждает, что его фото с сыном и племянником испортила непонятно откуда взявшаяся мрачная фигура. Мужчина уверен, что в объектив его фотоаппарата попал самый настоящий призрак. Супруги Арклес недавно посетили Белфаст, столицу Северной Ирландии. Там они зашли в паб Робинсона, вероятно, самую известную пивную в городе. Чирилл и Люк попросили сфотографировать их внутри. Какого же было их удивление и трепет, когда на проявленном снимке они обнаружили призрачный силуэт. Арклесы уверены, что им удалось запечатлеть не кого-нибудь, а самого Эдварда Смита. На заднем плане бабушка разглядела двух девочек, которые были в одежде из другой эпохи. Бабушка уверяет, что случайно запечатлела двух призраков, когда фотографировала свою дочь и внучку в музее детства в Восточном Лондоне. На первый взгляд, перед нами самое рядовое селфи, коих в интернете имеются миллионы, однако этот снимок оказался далеко не рядовым. На нем присутствует одна таинственная и даже несколько зловещая деталь, которой там просто не должно быть. Внимательно присмотритесь к открытому шкафу позади ребенка. Трой Венс из Нью-Карлайла, штат Огайо, очень любил фотографировать. Парень сделал несколько снимков машины спереди и сбоку, но когда позже начал рассматривать фотографии, то на одном из снимков прямо за лобовым стеклом он увидел отчетливое бледно-серое человеческое лицо. Тридцатиоднолетняя Элейн МакМонагал из Хэмилтона, Южный Ланкашир, Шотландия, решила недавно посмотреть на Google Street View фотографии своей старой квартиры в Александрии, что у озера Лох-Ламонт. Когда женщина рассмотрела снимок, то испугалась. Из окна ее старой квартиры на втором этаже смотрел какой-то человечек с нахмуренным лицом. Опытные специалисты по паранормальным явлениям смогли отследить призрак ребенка через сервис онлайн-карт Google Maps. Стало известно, что в городе Хантсвилле, а точнее на местном кладбище Марта Чепл, обитает настоящий призрак мертвого ребенка. Девятнадцатилетняя британка Рози Бултон, увлекающаяся паранормальными явлениями, сфотографировала привидение на фоне старинного Тинтернского аббатства, основанного в 1131 году и воспетого знаменитой английским поэтом Уильямом Вордсвортом. Руины аббатства находятся в Уэльсе. Жительница города Дарем, Северная Каролина, Теа Уилсон перед отъездом на выходные в поход с друзьями установила во дворе своего дома камеру наблюдения. Теа отсутствовала два дня, а в понедельник стала просматривать то, что наснимала за выходные камера. Больше всего этот силуэт похож на идущего по улице солдата. У него видно головной убор, а за спиной военный ранец или рюкзак. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.